Вторники, расскажите о ваших впечатлениях о турнире. С каждым годом все сильнее и сильнее, потому что мы видели, олимпийский чемпион наш приехал с другого континента, Организация понравилась, схватки сумасшедшие, зрелищные. К сожалению, я хотел поболеть, но я сегодня работал, комментировал, но я получил колоссальное удовольствие. Огромное спасибо за приглашение, за то, что предоставили честь вести прямую трансляцию. Турнир на высшем уровне. Как вам быть в роли комментатора? Насколько это сложно? Непривычно, я нервничал, но почему бы и нет? Как привыкли обо мне там говорить, борец, певец, там, молодец и так далее, почему бы туда и не добавить и ведущий, и комментатор, и актер. Я только за развиваться. Волновался. Ну, посмотрим. Потом я смотреть не буду, я себя никогда не люблю. Я вот никогда не пересматривал свои выступления, очень-очень редко. Ну, надеюсь, что я сделал все, что мог. Что-то интересное сегодня вам рассказали наши гости? Ну, как бы, все, кто со мной сегодня вел прямой эфир, и всех гостей, кого я принимал, я их всех знаю, можно сказать, за кулисами. Сделали работу вместе. Огромная всем благодарность Замулату Ильичу Тадееву, Давиду Мусульбесу, Абдул-Рашид Садулаеву и Хаджимураду Гацалову. Спасибо вам большое за вашу работу. Вы действительно профессионал своего дела, и для борьбы вы очень нужны. Хочу выразить благодарность Московскому училищу Олимпийского резерва номер один за то, что вы так профессионально подходите к делу. Перфекционизм никто не отменял. Огромное спасибо, успехов, процветания, удачи, с наступающим Новым годом. Ну, а я пошел кушать осетинские пироги. Пока.